Всем привет, дорогие друзья, с вами Шевили, мы играем, ну, в ферму, Play Ferm, то есть симулятор фермы. Я обозревал недавно симулятор фермы, я думаю, это он тот же самый, но оказывается нет. Тот был трехмерной графики, типа Майнкрафт, как обычно. Это очень проще делать такие игры, когда ты ставишь графику Майнкрафта и, в принципе, ты сделал какую-то либо пародию. Да, и мы теперь здесь ну, за чувака даже бегаем. То есть мы сейчас должны что-то сделать. Все, мы открыли. Тихо, мы что-то должны сделать, я что-то не пойму. Можете прицепить. А, мы должны прицепить вообще. Тапе, чувак! Тебе нужно назад. О, тут даже, видите, задний ход есть. То есть надо прицепить. Все, все, все. Тебе надо просто прямо проехать. Я не понимаю, почему ты. Ты ставишься. Вот так вот. Проезжай прямо. Чувак, вот. И что надо делать? Ну и все, мы взяли. И теперь у нас по катушке, по брикушке у нас остались. То есть нам надо сделать ферму чище. Ой, круто как, ой, круто. Собираем прямо, а что-то бачком мы собираем, да? Так ее повернем куда-нибудь назад. Она вообще что-нибудь прорабатывает. То есть ее поворачиваешь. И она, в принципе, не дает никакого толку. О, Вася, 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 ты шо? Шо тебя колбасит, как не знаю что. Блин, я так неровно все обрабатываю вообще. То есть, блин. А куда эти овесы-то делаются? Осталось чуть-чуть прям, ребят. Прям чуть-чуть обработки осталось. Вау, Вася, 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 чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Все поле надо, блин. А я вот надо было. Как-то поворачивается, что ли, не так. О, блин, реально все надо обработать. Вы что, ребят? Ну, прям реально что... А что такое, кстати? А я не пойму, что-то жмет, типа, жать надо. Ладно, развернемся. Типа, развернемся. Такой, типа, так, оставим. Позади свой след. Так, сюда. Сюда быстрее поворачивать. Чё, как стрёмно. О, все, да? Все, я сделал, короче. Level complete. А, окей, мы собрали. Нужно там технику. Здесь хотя бы есть какие-то преддействия, наверное, так сказать. Что у нас делают? Блин, чувак садится, что-то делает. Кстати, у нас очень стрёмная камера, я даже не вижу, что впереди. Это реально стрёмно. Я не знаю, почему так сделали. Так. А нам теперь нужно на тракторе что-то сделать, ребят. Что нам на тракторе нужно делать, боже? На тракторе, а что нам делать? А, вон, давай назад, назад. Вот, разворачивайся. Поехали, Емеля. Емеля, мы поехали. Поехали на дачу за Емеля Вачу. Так, давай, 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 давай. Так, сделаем. Что мы должны сделать? Может вообще нафиг нам не нужно это? А, нет, нам нужно это. Ребят, нам как-то нужно это собрать. Понимаете об этом? А на чем? Может быть не на этом тракторе, короче, а нужно что-то и другое. Вон, наверное. И что-то вообще... Все равно трактор. Там нужны это, суща. Наверное, я думаю, все-таки нам это нужно. Блин, почему назад он едет? Ну, а мы оказались как-то у трактора, поэтому, блин, я подумал трактор. Хотя, может, и трактор. Что за бред? Бочина. Давай посмотрим, 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 ребята, трактор. Не трактор, короче, манду. О, я застрял. Все нормально. О, бегаю по. Надо как бачком, что ли, тогда. Че за фигня, почему не берется? Потому что я что-то не нажимаю, не то, блин. Оказывается, ребят, нужно было просто жопой, блин, подъехать. Просто для идиотов. А, ладно. Я думаю, не вырежу эту тему, как я пытался сделать. Типа я такой крутой сразу догадался. Оказывается, я не крутой такой. Нифига ничего не догадался, если не ругаться матом. Так, так, и давайте посмотрим. То есть нужно упустить. Пусть.
Пускаем и обрабатываем. Слушай, ребят, обрабатываем трактором нужный наш, нужный нам тему. Типа. Что думаешь, крутой, что такое? Вот мы уже почти обработали все, ребят. Блин, кстати, трактором прикольнее так обрабатывать. Все, конфигурация, level complete. Что у нас от нас требуется третий раз? Наверное, сальто. Нет, с нас требуется так. Третий трактор. И мы будем сейчас собирать. Так, я надеюсь, уже сразу, короче, здесь ничего не надо подцеплять. То он разворачиваться не может, кстати. А все, блин, не работают эти клавиши. Мне кажется, как будто хоть они у меня периодически отключаются. Так. Короче, надо подъехать, я так понял, для того, чтобы этот машинка для переработки штуки-дрюки этой заработала и нам наковыряла. Так, давай-ка. Вот, давай, ждем, ребята, ждем, останавливайся. Да останавливайся ты. Ждем, пока нам навалят просто кирпичей в этот прицеп, и мы будем крутые. Ждем. Пам! Навалили кирпичей, и мы можем ехать куда-то. А, рассаживать, что ли? Что это такое? А, ну да, можем, наверное, рассаживать, я так понял. В какую сторону? А, нет, может, продавать нам надо вообще. На рынок поедем уже, овес продавать, или что там еще, как зерно, я не знаю, что у нас там потом было. Бензин 96, не знаю, для чего, короче, этот бензин. Типа, если мы кругами долго будем ездить, у нас бензин закончится, и левел не пройден. Вон, давай влево. Что ты какой корявый, а? Все у нас сам делает. Ой, умница какая, красавица-то. Умница, красавица, все сам делает. Хозяйственный какой. Все продает. Буквы R, это рубли, наверное. Я надеюсь. Вот такой. Вот мы на эту хорошую поверхность все высыпаем. И у нас все получается. У нас все круто. У нас все классно. И вообще мы крутые, короче. Вот так вам скажу. Вот, все, мы сделали все. Configuration level. Удачи. Ладно, ребята, если вам понравилась эта игрушка, оставлю ссылку в описании. Очень неплохой симулятор фермы, да, есть еще лучше, но для новых симуляторов, возможно, это что-то не что-то лучше из худших. Ладно, на этом все. С вами был Швили. До новых встреч. Пока.